Причину трагедии в Гродно выясняют следователи. Накануне 6-летняя девочка умерла спустя несколько минут после прививки. По поручению министра здравоохранения создана ведомственная комиссия, которая сейчас работает на месте и также выясняет все обстоятельства. На процедуру в первую детскую поликлинику ребенка привела мать. После введения комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи девочке резко стало плохо. Медики попытались ее спасти, но безрезультатно. Из кабинета, где прививку делали, изъяли все препараты, использованные и не вскрытые ампулы с вакцинами, а также шприцы. Проведение экспертизы поручено комиссии, состоящей из опытных экспертов. В рамках экспертизы будет изучена вся относящаяся к делу медицинская документация. Запланировано проведение большого количества дополнительных исследований. После изучения всех полученных данных будут сделаны объективные выводы. По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработниками, повлекшего по неосторожности смерть пациента, возбуждено уголовное дело.